Thank you. Здравствуйте. Извините, а можно сегодня вечером домашнее прислать? Я не дооформил. Хорошо. Спасибо. Так, ну кого еще? Рустама нету. Давайте подождем его. А, вот Рустам появился, все. А. Ну, давайте я начну. Значит, я надеюсь сегодня рассказать э, все уже подробно про замочение Пенроуза. Значит, как я говорил, их есть четыре вида, P1, P2, P3, P4. Про P1 я не буду рассказывать, а P2, P3, P4 расскажу. Значит, вот мы начнем с P4. Это самое простое, что можно понять. Значит, в P4 имеется вот два, на картиночке вы видите, треугольника. Углы у них кратно все 36 градусов, значит, они равнобедренные, и они сделаны несимметричными. Это делается, удобнее всего это сделать с помощью двух окружностей, зеленой и красной. Значит, ну, достаточно было бы только одну из них, ну, точнее, на тупо тупоугольном зеленая выделяющая, скажем, вот здесь левый угол, а на остроугольном красный. Но лучше уж сразу две нарисовать, так будет проще мне все объяснять. Итак, вот имеется два треугольника. Их можно поворачивать на углы кратно 36 градусам и переворачивать, то есть подвергать ц... э... Э... зеркальному отражению. Таким образом, количество плиток здесь довольно большое. Каждое а, значит, повороты дают умножение на 10, потому что 360 разделить на 36 – это 10. Еще плюс симметрии дают осевые умножения на 2. То есть каждая плитка дает 20 на самом деле плиток, а всего таким образом 40 плиток. И соединять их можно следующим образом. Вот если окружность нарисована вот так, как написано, то соединять можно так, чтобы зеленые и красные окружности продолжали друг друга. Ну, иными словами, что это означает? Вот у нас стороны, у них двух длин имеются. Вот эта сторона D – это большая сторона, и стороны C, B – это большие. То есть три больших стороны, там D, C и B. Сейчас, Тимур, а видны буквы вот эти А, Б, С, Д, Е? Да, видны. Вот. И маленькие стороны – это А, Е, e, Маленькие к большим соотносятся как к корень из пяти плюс один пополам, то есть золотое сечение. Мы не будем проверять, что это действительно так, то есть что здесь все сходится. Вот. И, значит, правило соединения стать следующим. Малые стороны можно подсоединить... Ну, во-первых, замощение рассматривается сторона к стороне, как обычно. Малые стороны можно соединять друг с другом следующим образом. Вот Е и А стороны можно соединить так, чтобы красные окружности продолжали друг друга. При этом это можно сделать так, вот красная окружность, она неровно посередине делит. В месте соединения должна быть, произойти, так сказать, точка перегиба. То есть окружность должна изогнуться в другую сторону. Но вот как на картинке, реально это означает, что вот просто этот треугольник можно повер... нужно повернуть на угол 36 градусов, ну, скажем, большой, остроугольный, и вот так сдвинуть его, точку Б, вершину В совместить с вершиной D, а вершину С с вершиной F. То есть это называется, я пишу, что А соединяется с Е e перевернутым. Значит, почему перевернутый? Ну, мы будем считать, что у нас ориентация задана, то есть задан обход каждого из треугольников. Обход устроен так, надо идти для одного обход против часовой стрелки. При этом, идя против часовой стрелки, мы вот эту сторону, где две окружности сходятся, проходим от красного угла к зеленому. И то же самое для этого, для остроугольного. Значит, от СК, от красного угла к зеленому углу. Вот. И если так обходить то при соединении стороны Е e и А разрешенным Е e будет ориентирована в одну сторону, а А в другую. Поэтому вот здесь написано Е e эквивалентно А со сменой ориентации. Ну, в терминах окружности это означает, что окружность перегибается в месте соединения. Это вот первое нетривиальное соединение. А второе нетривиальное соединение – касается С и Д, и там то же самое. Значит, С соединяется с Д с перегибом окружности, то есть со сменной ориентацией. Д должно быть ориентировано в одну сторону, а С в другую. Но вот видно, что здесь, значит, если обходить С против часовой стрелки, это сверху вниз, а Д против часовой стрелки слева направо. И видно, что при соединении их без переворачивания, вот прям как здесь, правильно, получится в разные стороны обход. А все остальные стороны можно соединять просто с одноименными. А с А, Б с Б, с С и Д с Д. При этом с сохранением ориентации. То есть как это возможно? Ну, для этого, скажем, эту самую плитку которая маленький треугольник, надо перевернуть, ориентация при этом останется та же. И вот просто при, если перевернуть относительно D, то есть сделать осью симметрии, осью значит, осевой симметрии D, то перевертывание как раз даст возможность соединения. Ну и аналогично по стороне F, по стороне E. И большие плитки по сторонам А, Б и С. Вот все это кратко написано так. Вот здесь в первой строчке, что Д соединяется с С с изменением ориентации, ЕСА e, с изменением ориентации, а все остальные друг с другом можно... Сейчас я чуть сдвину. А, тут вмещается. А, без изменения ориентации. Вот правила соединения. А, ну вот у меня есть картинка, где пример... Соединение показано. Ну, вот это сюда можно посмотреть. Вот здесь большие и малые плитки, они голубым и розовым изображены. Или фиолетовым. Вот видите окружность. Ну, окружности здесь синяя и, и красная. Вот пример соединения. Значит, здесь все соединения разрешены. Видно, что некоторые плитки соединяются по одноименном стороне с сохранением ориентации. Это где окружности просто не выгибаются. А некоторые соединены с изменением ориентации. Это именно большая с малой плиткой так соединяются. Иногда выгибаются большие, красные окружности, иногда э, синие окружности. Uh, вот это определение замощения Пенроуза uh, P4. Так, uh, Рустам, понятно определение? Да. Теперь я хочу доказать... Uh, перв... Нет, даже ничего не доказывая, а две простых вещи объяснить. Первая простая вещь – это как определяется замощение P3. Значит, это очень просто объяснить, глядя на P4. Вот надо просто смотреть на эту картинку. Значит, правила соединения говорят, что вот те стороны, ну это мы их называли F и B, но это может не запоминать, у каждой плитки есть одна сторона, в которой соединяются две синие и зеленые окружности. Это вот сторона F у малой плитки, и сторона B у большой плитки. Эти особые стороны можно соединять друг с другом только э, с одной и той же ориентацией, только с друг другом. Это такие выделенные стороны. Поэтому в любом замощении вот эти большая плитка обязательно по B стороне склеивается с симметричной большой, а малая плитка по F стороне с симметричной малой. Вот здесь это видно склеивание. Вот посмотрите, розовые плитки все разбиваются на пары, склеенные по этой вот особой стороне. И то же самое голубые плитки. Вот то, что получается склеиванием двух плиток по вот этой особой стороне, называется ли для малых плиток, это называется по-английски кайт. Ну, кайт – это вот воздушные змеи, на них летают вообще. Есть такой вид спорта. Ну, по-русски, значит, воздушный змей. Или я даже не знаю, как по-русски это называется, кажется, и говорят так кайт. А вот эти две голубых плитки, то есть две больших плитки, если склеить по тоже по этой особой стороне, которая там быстро она называлась, получится нечто ну, которая похожа на, я бы сказал, что она похожа на алмаз, на бриллиант, Ну, называется это дарт. Ну, есть, опять же, такая игра в дартс, соревнования по ней тоже проводятся. Ну, это, конечно, не, мало напоминает дарт, немножко это напоминает острие, но очень отдаленно. Но так или иначе, называется кайт и дарт. И так, в замощ... любом замощении P4 плитки разбиваются на пары, называемые «кайт» и «дарт». Если эти две пары склеить друг с другом, то получится замощение, вообще говоря, другими фигурами. И это называется просто замощение P... Сейчас, P3 или P2. P2. «Кайт» и «дарт» – это называется P2. Вот, то есть из P4 и P2 совершенно тривиальным образом получаются, и поэтому P2 особо отдельно изучать не надо. Мы, вот сейчас я один раз сказал об этом, и больше говорить не буду про это замощение. Ну и очевидно, что это вот преобразование, он сохраняет периодичность, поэтому когда мы докажем, что P4 замощения все не периодичны автоматически, это будет доказывать, что и два замощения не периодически, а все. Кстати, на этой картинке, вот я забыл сказать, те, те плитки, у которых вот эта сторона, по которой они должны соединиться на краю, они ни с чем здесь не соединены, просто потому что я часть замощения нарисовал. А если его продолжить, то там будут, соответственно, их соединиться, они будут с чем-то соединяться. Я просто нарисовал, так сказать, одну увеличенную большую плитку, малую плитку, разбитую вот на эти на треугольнички. Мог бы нарисовать и большую, и мог бы вообще большую часть плоскости. я думаю, все понятно. Значит, это я объяснил, как замочение P2 определение теперь вот э, осталось про P3 значит, P3 определяются чуть чуть более сложным образом вот э, P3 будет состоять вот посмотрите вот на этой картинке а, значит мы будем объединять их в ромбике ромбики здесь нарисованы голубые и фиолетовые. Фиолетовые называются малыми ромбами, а голубые большими. Ну, они большие, они просто по площади больше, поэтому они называются большими. Вот, значит, как это объединение происходит? Значит, прежде всего я объясню, как получаются большие ромбы. Здесь надо быть внимательным, это уже менее тривиальное преобразование. Значит, сначала мы, как и раньше, объединяем маленькие плитки, соединяя по этой выделенной стороне, где две окружности имеются. Получается то, что мы называли дарт. Значит, они здесь голубые. Но вот вы глядя внимательно можете выделить эти голубые дарты. Теперь рассмотрим у этих голубых дартов вот ту сторону, где красная окружность выходит из них. Значит, правило соединения говорит, что по красной окружности можно соединять вот по той стороне, где красная окружность, с такой же симметричной фигурой, или, ну то есть симметричной этой самой симметричной э, малой плиткой, либо же с большой плиткой по соответствующей стороне, где там тоже одна красная окружность, но Поскольку у нас все малые плитки объединяются в эти дарты, соединить по этой стороне, по стороне, где выходит красная окружность, с такой же малой плиткой просто невозможно. Потому что второй дарт налезет на первый, будет перекрытие. Поэтому фактически соединение по вот этой стороне, которую мы назвали е стороны малой плиткой, с е стороной невозможно в замощениях всей плоскости. Мы сейчас считаем, что у нас речь идет о замощении всей плоскости. То есть это можно соединить, просто если у нас отдельные такие дарты получится, это пожалуйста. Но если мы хотим всю плоскость замостить, то так никак не получится. Вот это первый ключевой момент, который нужно понять. Константин, поняли вы это? Тимур, поняли? Да. Хорошо. Итак, каждый дарт у нас может быть соединен. Вот у него у дарта есть такие две стороны, образующие такой почти, почти угол 180 градусов. И по этим двум сторонам можно соединить только с двумя плитками, которые уже большие. И эти большие плитки друг с другом будут соединяться по голубой окружности. Ну, она зеленая раньше была. И то, что получится, будет ромб, ромбом. Ну вот это просто видно на картинке. Никуда тут не деться. То есть каждый этот самый дартик входит в состав э, ромбика. При этом тут важно понимать, что вот те две э, плитки большие, которые мы подсоединили, они выглядят как... Ой, я все неправильно говорил. Я по ошибке дарт, но кайт называл дартом. Значит, э, извините. Э, значит, каждая малая плитка входит в состав кайта этот кайт обязательно соединяется с двумя большими плитками. При этом эти две большие плитки, кажется, что они образуют дарт. Но это неправда. Дарт, две большие плитки образуют дарт, только когда они соединяются другим способом, по другой стороне. То есть вот эти кайты соединяются с двумя большими плитками, но, которые выглядят как дарт, но стартом не являются по нашему определению, которое мы раньше использовали. Итак, значит, вот мы в любом замощении плоскости можем выделить однозначным способом такие голубые ромбики. Это большие ромбики. Теперь надо доказать, что весь остаток, все, что останется, будет состоять вот из таких фиолетовых малых ромбиков. И это будет замощение P3. Значит, почему остаток? Состоит из таких больших плиток, которые соединяются друг с другом по стороне с красной окружностью. Именно так, а никак не по-другому, образуя большие малые ромбы, значит, смотрите: если плитка большая не вошла в состав большого ромба. То что же это значит? Это значит, что она по красной стороне не соединилась э, ни с каким кайтом. Если она соединилась по красной стороне с кайтом, то она вошла, сошла, вошла в большой ролл. Ну а если она не соединилась по красной стороне с кайтом, то выбора у нее другого нет. По красной стороне у нее только два возможных соединения. Либо с симметричной плиткой либо с малой плиткой. Значит, с малой плиткой она не соединилась, значит, она соединилась с симметричной плиткой. И эти две плитки образовали э, фиолетовый э, ромбик, уже, который мы называем малым. То есть мы доказали, что любое P2 замощение, P4 замощение, путем группировки плиток, то есть соединения плиток в более большие, можно преобразовать единственным образом, причем видно это происходит, в большие и малые ромбы. Это называется P3 замощение. Замощение ромбами. Рустам, понятно это? Да, понятно. Вот. Это объясняет простую вещь. То есть как из замочений P4 получить P2 и P3. И опять же, это преобразование сохраняет периодичность, поэтому отдельно непериодичность всех P3 замощений мы доказывать не будем. Про них теперь забудем, сосредоточимся именно на P4. И вот вернемся значит, к P4 замощениям То есть вот мощением треугольниками. Кстати, эти треугольники называются треугольниками Робинсона. Почему-то, видимо, это Робинсон первый сообразил, что так. И вот дальше мы хотим доказать Собственно, главная наша цель – доказать, что замощение P4 все не периодичны. И это делается стандартной нашей техникой с помощью подстановок. При этом подстановки можно определять только вот на замощениях P4, для P3 и P2 там нет никакой подстановки, ну, их невозможно таким образом уложить в нашу общую схему. Именно поэтому мы э, вернулись к замощениям P4. И рассматриваем подстановку. Значит, что такое подстановка? Подстановка это когда наши плитки разрезаются на более мелкие плитки из нашего же набора. Эти более мелкие плитки будут мельче там, в корень из 5 плюс 1 пополам раз. Значит, вот здесь написано это разрезание. Значит, малая плитка разрезается вот так а, сверху нарисована. Значит, мы выделяем. Вот тут важна именно несимметрия наших плиток. У малой плитки имеется одна сторона. А, Сейчас. Вот тут нужно понять. Вот ЕД страна – это что за страна? Давайте посмотрим. Значит, ЕД страна – это была страна, где сходились две окружности. А с страна – это тоже где, значит, сходились две окружности. Вот мы берем ту самую сторону, где сходились две окружности, и дальше эта сторона становится стороной большой плитки, и мы проводим вот такую, такое деление. Но можно проверить, что вот такая линия существует, которая разделит нашу плитку на две подобных плитки с одним и тем же коэффициентом подобия. Ну, собственно, деление это однозначно. Мы должны на самой большой стороне отложить малую сторону и провести вот такую прямую. При этом тут сразу нарисовано, как будут ориентированы две эти плитки. Значит, для этого достаточно указать их углы. И вот тут нарисовано просто вот э, выделены зеленые углы, ну и красные углы. Э, значит, э, на обеих плитках. То есть то, что было стороной ЕД, ну это была сторона F, сторона малой плитки, становится B стороной большой плитки. Символически это изображено здесь вот, вот как. F стрелка B. Вот видите, ну посмотрите, вот слева написано такие странные как бы преобразования. F влечет B. Что это означает? Это означает, что сторона F становится B стороной одной из двух плиток, полученной при разрезании. При этом ориентация сохраняется. Ну посмотрите, вот видно. У нас ориентация была против часовой стрелки. То есть мы проходили F в сторону от D к E. Теперь для малой плитки у нас ориентация будет тоже против часовой стрелки, ну вот от красного к зеленому углу. Поэтому B сторона тоже проходит ровно так же, как F сторона проходилась. Теперь давайте посмотрим еще. Вот эта сторона, которая DF, это была E сторона исходной плитки. А она, эта Е-сторона, преобразовалась в Д-сторону, причем тоже с сохранением ориентации. Потому что вот на новой малой плитке ориентация тоже будет против часовой стрелки. Поэтому значит, Е преобразовалась в Д, тоже с сохранением ориентации. А вот исходная Д-сторона, самая большая, которая ЕФ, она разбилась на две, на С и Ф. При этом, если ее проходить э, против часовой стрелки, как мы договорились, то сначала идет С сторона, которая тоже проходится против своей, с той же ориентации, и потом F сторона. Это э, выражается вот первым правилом, что D стрелка D со стрелкой э, переходит в С со стрелкой и со стрелкой. Ну и возникает новая сторона, то есть, так сказать, из воздуха, та, которая появилась в результате разрезания. Для большой плитки эта сторона является А стороной, а для малой плитки она является Е стороной. И при этом ориентации у них будут именно разные. Как и положено. Потому что обход и то, и другое малых плит в часовой стрелке, но при соединении, получается, одна проходит в другую сторону, в одну сторону, а другая в другую. То есть это соединение будет законное, которое получено в результате разрезания, это нам понадобится в будущем. То есть, что соединение, полученное в результате разрезания, законное. Теперь давайте посмотрим на большую плитку, как она разрезается. Сначала мы проводим разрез из вершины Б. Значит, вершина Б это что за вершина? Это вершина, я думаю, зеленого угла. Давайте посмотрим вершину Б. Нет, это вершина вообще никакого бессветного угла. Значит, а вот как легко запомнить. Сначала из бесцветного угла мы проводим прямую в ту точку, где встречаются красные и зеленые окружности. Можно проверить, что длина полученной э, стороны, она ровно такая же, как длина была малой стороны. Вот. А, а потом полученная, э, как бы мы отрезаем большую плитку, Ой, малую плитку, то есть тут тупоугольный треугольник. А потом проводим еще второй разрез, чтобы ее уже разрезать на, на большую и малую плитку, ну, которые станут большими и малыми. Вот, в общем, как нарисовано. Ну и важна ориентация, как мы задаем. Значит, для задания ориентации мы проводим вот новые зеленые окружности и, и, красные. Вот как здесь нарисовано. Значит, давайте посмотрим, как будут ориентированы все плитки. Значит, вот эта верхняя малая плитка, но это, которая стала малой, она ориентирована, наоборот, по часовой стрелке. Потому что от красного угла к зеленому это по часовой стрелке. И две больших плитки у нас получилось, две новых больших. Одна ориентирована тоже по часовой стрелке. Это левая. А вторая, как обычно, про часовой стрелки. Вот. Теперь значит, разрезание, ну, ориентация задана так, что разрезающие, по разрезающим сторонам все три плитки, которые соединяются, они правильным, корректным образом соединяются. Вот. А дальше, на что еще надо заметить? Что происходит со сторонами? Ну, значит, давайте начнем со стороны. А сторона – это была маленькая сторона. Видно, что она привязалась в С-сторону, при этом с сохранением ориентации. Ну вот у нас исходный был, мы его не меняли ориентацию, у него обход против часовой стрелки был, и у правого нижнего тоже против часовой стрелки обход. Поэтому здесь ориентация сохраняется. А вот в других местах будет э, уже хуже. Значит, Б-сторона... Значит, Б сторона проходилась изначально против часовой стрелки. Значит, она разбилась на А, сначала А сторону. Это вот вторая строчка. На А сторону. При этом А сторона, а, сторона тоже проходится как положено, против, с той же ориентации. Значит, поэтому Б стрелка вправо, извиняюсь, на А -A стрелка вправо, а Д будет Проходиться уже в другую сторону, потому что у верхней и плитки или верхней и малой плитки и левой, большой плитки, ориентация в другую сторону, как мы говорили. Ну, мы специально их так задали. Поэтому B заменяется на А и Д в другую сторону. А С заменяется. Ну, вот опять С у нас страна С это то, что А здесь. Страна С у нас проходилась вот сверху вниз изначально. При этом она разрез, сначала при разрезании проходит F, причем в обратную сторону, потому что внутри малой плитки ориентация F, она снизу вверх. И потом С, и внутри вот этой большой плитки тоже ориентация, значит, проходится она сверху вниз, а ориентация у нее снизу вверх, тоже в другую сторону. Вот эти вот вещи, которые я сейчас объяснял, какая за страна заменяется на какие, что происходит с ориентацией, это ключ к пониманию всего дальнейшего. Вот если вот эти шесть преобразований не осознать, то в дальнейшем придется нарисовать кучу картинок, и мы просто замучимся. Я столько картинок вообще не способен даже нарисовать. Я раньше пытался это рассказывать на картинках, но э, это получается понять ничего невозможно. А вот с помощью этих преобразований можно будет все дальнейшее рассказать почти что комбинаторно. Ну, то есть нам понадобится еще одна э, геометрическая, э, ну, одна картинка и все. Собственно, одна картинка нам уже была нужна для того, чтобы объяснить, почему два кайта невозможно соединить вот по красной стороне. А еще одна подобная картинка нам понадобится, тоже вполне очевидная. И все. Так. Тимур. Вот все понятно было здесь насчет подстановки? Да, понятно. Теперь мы хотим по общей схеме доказать две основных теоремы. Вот первая теорема гласит следующее, что измельчение корректного замощения корректно. Значит, как устроено измельчение? Мы все плитки разрезаем вот описанным образом. То есть проводим подстановку в привычном нам смысле. Заменяем каждую плитку на результат Действия подстановки. Ну, после этого это можно все раздуть в корень из 5 плюс 1 пополам раз, а можно не раздувать, как вам больше нравится. И вот в результате утверждается, что опять будет корректное замощение. То есть все окружности будут продолжать друг друга, иными словами. Вот, я думаю, сейчас мы успеем до перерыва это доказать. Значит, ну вот представьте себе, что вы взяли какое-то замощение вот этими плитками и провели такое разрезание. Как я отмечал, во всех разрезанных, вот вновь появившихся сторонах, ну, соединение будет корректное. Это легко проверить, и мы уже это проверили. Но этого, конечно, мало. Надо еще объяснить, почему соединение останется корректным на тех сторонах, которые уже были. Значит, дело в том, что те стороны, которые были, они станут, некоторые вообще разрежутся на две части, а некоторые не разрежутся на две части, но все равно то, что с ними произойдет... Они уже станут другими сторонами. Там у значит те плитки, которые были исходные, те окружности с них сотрутся, а нарису... будут нарисованы новые. И надо объяснять, почему новые окружности действительно будут все продолжать друг друга, с сохранением цвета. Но ну вот здесь нам очень понадобится, поможет вот эта комбинаторная подстановка. Ну на сторонах вот эти вот шесть преобразований. Дело в том, что мы помним, что вот это правило соединения э, плиток э, очень просто объясняется э, в терминах возможности соединения наших сторон. Вот оно здесь написано. Значит, вот это э, очень легко запомнить. Э, стороны э, F и Б можно соединять только друг с другом с сохранением ориентации. Ну и вообще все стороны можно соединять друг с другом с сохранением ориентации. При этом F и B можно только так соединять. А кроме того, D с C можно соединять и A с E с изменением ориентации. Вот это нам нужно просто будет теперь проверить. Значит, запомнили, я надеюсь, это можно запомнить. C и D и A и E с изменением ориентации вот это только нужно запомнить ну а теперь довольно просто вот смотрите допустим две стороны у нас две плитки граничили так что ну симметричным образом то есть одна была две плитки соединялись обычным образом ну, давайте называть это стандартным образом. То есть они были симметричными друг другу с э, э, зеркальным отражением друг друга относительно общей стороны. Тогда очевидно, что вот, э, обратите внимание, что наши подстановки, они одна. Вот сторона D она всегда заменяется на CF, и больше ни на что она другое не может замениться. А... это то же самое. То есть наша подстановка задает э, некоторую детерминированную функцию преобразования сторон. Поэтому если две плитки соединялись по D-стороне, то в результате они дадут C, разобьются обе на C и F, и эти C и F будут соответствовать друг другу. И аналогично для всех остальных соединений. Значит, если две плитки соединялись по E-стороне, то в результате преобразования они будут соединяться по D-стороне с хранением ориентации и так далее. Это первый простой пункт. Сейчас, Тимур понятно это? Да. Но, но это не все. У нас две плитки могли соединяться сложным образом. А именно, они могли соединяться так, что C-сторона соответствовала D-стороне. И тут нужно смотреть, как преобразуется С сторона и Д сторона. Д сторона преобразуется в cf а С сторона в ФЦ. Теперь представьте себе, что Д сторона соединялась с С стороной с изменением ориентации. С сторона заменилась на ФЦ, а Д сторона заменилась на cf Но учитывая, что С другой ориентации была, С с другой ориентации тоже заменилась на СФ. И в результате С будет соответствовать С с той же ориентацией, а F будет соответствовать F с той же ориентацией. Вот это нужно продумать и осознать. Но это просто совсем. Теперь, дальше э, надо рассмотреть последний оставшийся случай, когда две плитки соединялись так, что А-сторона соединялась с Е-стороной с изменением ориентации. Но посмотрите, А-сторона при подстановке стала С-стороной с стороной, сохранением ориентации, а Е-сторона стала Д-стороной. Тоже сохраняемая ориентацию. Но при этом Е и А соединялись с разной ориентацией. После замены они дадут Д и С тоже с разной ориентацией. Но Д и С с разной ориентацией как раз это законное соединение. Что доказывает, что все законные соединения после подстановки дадут законные соединения. При этом никаких картинок не надо нарисовать, но можно было все это на картинках показать и убедиться на картинках. Но так, мне кажется, быстрее понять. Рустам, понятно это? Кажется, да. Вот. И в результате мы с вами доказали вот эту первую теорему. Вот, что измельчение корректного замощения корректно. И теперь нужно доказывать сложную теорему. И давайте сделаем перерыв, потому что сложная теорема – это нужно отдохнуть перед ней. Так, ну хорошо, давайте продолжать. Итак, вот вторая теорема гласит, что, ну, как, в некотором смысле обратная к первой, что если есть какое-то корректное замощение, то у него есть укрупнение, то есть оно получено измельчением некоторого замощения. Это укрупнение единственное, и оно корректно. Ну вот давайте попробуем совсем простую вещь, которая мне написана, что очевидно. Почему укрупнение может быть только одно. Ну, тут, тут надо посмотреть на подстановку нашу, видимо. Я даже когда готовился, не вспоминал, почему это очевидно. Раз написано, наверное, в самом деле так. Давайте подумаем. Значит, ну вот судьба каждой малой плитки, давайте смотреть. Малая плитка каждая по красной стороне при укрупнении должна соединиться с большой. Ясно, что эта большая плитка может быть выбрана единственным образом. Потому что это вот ровно тут замощение, одна плитка. Ну, тут у нее у малой плитки одна красная сторона, ровно одна. Но дальше могла бы быть неоднозначность, видимо. Значит, смотрите, вот маленькая плитка, э, сосла, единственным образом, в состав другой плитки входит. Но вот эта другая плитка, она может быть соединена э, 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 с большой плиткой, чтобы дать вот большую плитку укрупненного замощения, а может быть, не соединена. И это определяется, я думаю, единственным образом. Почему? Значит, если у этой плитки большой, которая соединилась только что с малой, по вот этой b стороне где сходятся две окружности, есть симметричная большая плитка, то тогда выбора нет. Эта симметрично большая плитка обязательно должна укрупниться с этой. Почему? Давайте вот подумаем. Потому что мы знаем, что большая плитка обязательно должна, ну, у нее соседняя должна быть такая же большая плитка, симметричная по этой стороне, по Б-стороне. Значит, почему эта симметричная плитка не могла никаким другим образом никуда войти. Ну, потому что, значит, по правилам укрупнения, вот это видно, что большие плитки. Сейчас, одну секунду. Вообще большая плитка совсем не обязательно по этой стороне должна с чем-то соединяться. Например, вот может быть такие две больших плитки, две малых плитки, ну, две плитки, две вот таких верхних плитки, они, будучи э, теперь малыми, они могут соединяться по вот этой стороне, и тем самым большая плитка может соединяться по этой стороне с такой же плиткой, то есть вообще у больших плиток есть выбор. Давайте подумаем вместе. надо объяснить, что на самом деле выбора никого нет. Значит, у малых плиток выбора нет. Они объединяются по красной стороне с большой плиткой. У больших плиток, казалось бы, есть выбор. Но на самом деле, видимо, нет. Значит, почему? Видимо, вот как. Значит, если большая плитка... Вот сначала мы э, единственным образом все большие плитки... Э, сначала все малые, малые плитки остали, соединились с большими. После этого у нас остались неиспользованные какие-то большие плитки. Эти неиспользованные большие плитки могли только соединяться нашем замощении с полученными вот этими. И только вот таким образом, как внизу. Потому что ежели большая плитка, значит, большая плитка соседствует с такой же большой плиткой. Если эта большая плитка ни с чем не соединилась сама, да, с малой, а вот тут проблемы не будет, если мы сначала все малые соединяем. Просто дело в том, что этой большой плитки, кажется, малая является частью. Ну, правильно. Я вот и хочу сказать. Укрупнение должно происходить таким образом, что каждая малая плитка соединяется с большой. И то, что получится, давайте называть большой-малой плиткой. Ну, лучше сказать новой-малой плиткой. Да? И эта процедура единственным образом делается. В результате наше замощение разбилось на новые малые плитки да? и большие плитки, которые пока не соединились ни с чем. И надо объяснить, что большие плитки, которые пока не соединились ни с чем, они обязательно соединятся с малыми плитками в нашем замощении, причем единственным образом, как написано внизу. Ну действительно, а, ну да, я запуталась в трех соснах. А, значит, э, э, если укрупнение вообще есть, то все оставшиеся малые плитки обязаны соединяться, все оставшиеся большие плитки обязаны соединяться с новыми малыми плитками, как нарисовано внизу. Но это соединение, тут выбора никого нету, потому что у большой плитки ровно один, одна вот эта сторона, где сходятся зеленые и красные окружности. И, и поэтому никого выбора у нее нету. Значит, если уж вообще замощение укрупняемого, то вот только таким образом, вот и все. То есть, я как, как, как бы моя путаница произошла, потому что я пытался одновременно доказать и существование. А нам сейчас существование не надо доказывать. То есть надо будет, но это уж следующий шаг. То есть, единственное, действительно очевидно, а, а, и как это объяснить, по-другому я даже не знаю. А, Рустам, понятно это? Ну вот, да, с, с пояснением, что мы доказываем единственность, понятно. Вот. Давайте существование теперь. Более сложная вещь. Сейчас, наверное, существование лучше на этой картинке показывать. Значит, почему любое замощение плоскости допускает укрупнение в этом смысле? Это оказывается вот как. Значит, во-первых, рассмотрим люб... произвольную малую плитку. Ну вот, можете посмотреть на левую верхнюю малую плитку, например. Она, значит, фиолетовая. Вот. Она по вот этой стороне, где красная окружность, может быть, соединена только с большой плиткой. Мы это уже один раз доказывали. Давайте вспомним, как это доказывается. Потому что малые плитки объединяются в кайты обязательно по стороне, где красная и синяя окружности. И два кайта, ну, видно, что они, если их попытаться соединить по красной стороне, они будут друг на друга налезать. Поэтому невозможно так, что э, по красной стороне малая плитка соединяется с малой. То есть формально это разрешено, а в замощениях плоскости этого невозможно сделать. Поэтому каждая малая плитка соединяется с большой плиткой по красной стороне. И в объединении они дадут новую малую плитку, э, но не обязательно. Значит, некоторые дадут э, новую малую плитку, а некоторые еще дополнительно присоединят к себе большие. Ну вот здесь видно на картинке. Вот левая верхняя малая плитка, она э, даст просто новую малую плитку и точка, и больше ничего. А можно посмотреть на другую какую-нибудь. Э, ну вот, например, ну мне, к сожалению, не могу вам показать. Ну, сами отыщите. Любая голубая малая плитка, ну, не на краю только, на краю, не смотрите на краю, которая строго внутри. Значит, любая малая плитка, которая голубая, строго внутри, она объединяется сначала в большой, по красной стороне, а потом к этой плитке еще по э, красно-синей стороне подсоединяется другая большая симметрично к той большой, которую мы только что подсоединили. Получится уже новая большая плитка. Э, вот надо объяснить, что всегда это возможно. Ну, то есть, что это значит? Э, это значит, что после объединения каждой малой плитки большой плитки. Значит, у нас останутся какие-то неиспользованные большие плитки. И все эти большие плитки будут соседствовать по своей... Значит, еще раз. Мы объединили каждую малую плитку с большой плиткой. Остались такие одинокие, бесхозные Какие-то большие плитки. Каждая малая плитка с чем-то объединилась, а большие какие-то остались бесхозные. Так вот, каждая такая одинокая, бесхозная, большая плитка, надо объяснить, что она по своей выделенной стороне, ну, вот где красные и синие окружности, обязательно соседствует с только что полученной, ну, так сказать, новой малой плиткой. И, и ее можно к ней присоединить. Вот. Значит, почему это так? Ну, смотрите, что значит, что плитка осталась бесхозной, одинокой? Это значит, что она по своей красной стороне не соединилась с малой плиткой. Ну, хорошо, а с чем она тогда могла соединиться? Правила соединения только такие. По красной стороне мы можем либо с симметричной соединиться. Большая плитка по красной стороне соединяется либо с симметричной плиткой, либо с малой. Значит, таким образом все одинокие плитки они по красной стороне соседствуют с такими же одинокими плитками. Но теперь над картинку. Давайте я. Теперь вот это надо закрыть, потому что... что здесь у меня рисунка нет, я не подготовил. Так, сейчас где же мою ядру? Ага. Давайте в ядру. Так. Ты где же эта картиночка-то? Так, вот это нам нужно. Давайте здесь писать. Значит, смотрите. Вот у нас большая плитка, оставшаяся бесхозной. Вот у нее сторона, где красная окружность. Сейчас мы нарисуем. Видите, окружность. Красная. Вот а зеленая. Значит, она соединилась по стороне, по вот этой красной стороне с такой же... Теперь... Значит, она осталась бесхозной. Но по этой стороне она обязана... У нее выбора нет. Она должна соединяться тоже с симметричной плиткой. И по этой стороне... Значит, вот такая картинка должна быть. Значит, по этой стороне она с такой же Ай, хотел я это. А нет, не очень. Вот так должно вот быть. Это не зря рисовал. Так, значит, еще раз. Вот у нас осталась бесхозная плитка. Она по этой красной стороне соединяется с другой плиткой и Сейчас я уже забыл, честно говоря. Значит, давайте еще раз. Откуда у нас такая картинка берется? Значит, вот давайте начнем сначала. Вот у нас малые плитки объединяются с большими. И нас сейчас интересуют те плитки, которые по... Вот нормальный, э, 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 если она не... не э, э, значит, нас, нас интересуют те плитки, которые остались пока одинокими. Надо объяснить, что вот по этой стороне... Сейчас, а эта сторона, я уже забыл какая... Это вообще я неправильно рисую. Вот наоборот, картинка должна быть такая. А, ну правильно. Вот, вот здесь это выделенная страна, где красные и зеленые окружности. Здесь красные и зеленые одновременно. Вот нас интересует ситуация, когда две плитки, которые сейчас временно остались, один... когда наша плитка, которая осталась одинокой, по нашей стороне соединяется с другой тоже одинокой плиткой, а вовсе не э, с э, э, новой малой плиткой. Тогда вот по этой стороне обе плитки должны соединяться с симметричными плитками. Значит, почему? Ну да, если бы они с малыми соединялись по этой стране, вот эта страна, это и есть вот это. То есть я неправильно нарисовал окружность здесь. Вот, вот так на самом деле идет. Значит, и вот по этой стороне, если бы она соединялась с малой плиткой, то она не была бы бесхозной. Значит, тем самым по вот этой стороне эта плитка соединяется с такой же большой и по этой стороне вот еще одна такая же бесхозная плитка здесь, оставшаяся одинокой которая тем самым тоже с такой же соединяется. Теперь вот эти две большие плитки, получается здесь очевидно, что невозможно эту часть заполнить. Эта часть может быть заполнена, ну вот большая плитка по этой особой стороне может соединяться только с такой же большой плиткой. Поэтому здесь должно быть с одной стороны вот такое соединение, А с другой стороны, должно быть вот такое соединение. И эти две э, больших плитки просто должны перекрываться. Их тут никак не вставишь. Значит, здесь должна э, быть большая плитка, с одной стороны, должна вот так одна стать, а с другой стороны вот так вторая, потому что это особая сторона у большой плитки. И здесь может быть и тут, и тут только большая плитка. Повторите это рассуждение, Рустам. Наверное, можно, да. Ну, давайте еще раз повторю. Значит, э -э -э мы сейчас закажем существование этого самого укрупнения. Существование начинается с того, что мы берем все малые плитки. Вот она нарисована малая плитка, и соединяем пастора. Э -э Подсоединяем по стороне большую плитку. Это нам это то, что это возможно, гарантировано то, тем, что ну, вот у малой плитки это есть сторона, но это где здесь окружность. Вот это только одна, вот такая. Ай. Красная. Значит, по красной стороне малая плитка. Как мы уже доказали, может соединяться только с большой плиткой. Что-то у меня неправильно здесь. Вот так вот. Она должна быть с изломом. Да. Ну, впрочем, это не важно, с изломом или нет. Вот так должно быть. А, вот. Значит, и тем самым все малые плитки входят в такие комбинации с большой. Дальше все малые плитки объединились, а большие некоторые остались одинокими. Вот надо объяснить, что все одинокие большие плитки по своей красно-зеленой стороне, вот здесь красно-зеленая сторона у них, конечно, это хорошо бы на другой картинке, я не заготовила, к сожалению. Вот здесь у них красно-зеленая сторона. По красно-зеленой стороне обязаны соединяться с, с полученными образованиями из двух плиток. И тогда у нас как раз получится то, что мы хотим. А именно, каждая одинокая большая плитка войдет в состав новой большой, а малые плитки, объединенные с большими на первом шаге, они либо останутся так новыми малыми плитками, либо войдут в состав новых больших. Почему это так? Вот рассмотрим одинокую, любую одинокую большую плитку. Значит, одинокостью означает, что по стороне она не соединилась с малой плиткой. Значит, по, вот я тут нарисовал слева эту одинокую большую плитку слева. Значит, по стороне она там могла соединиться только с симметричной. Э, теперь дальше. По своей выделенной стороне. Она соединяется обязательно с симметричной большой плиткой. Эта симметричная большая плитка по стороне тоже должна соединяться э, с значит, симметричной большой плиткой. Ну, симметричной уже для нее. Значит, почему? Если она по А стороне соединяется с малой плиткой, то тогда она входит в состав вот этой комбинации из двух плиток. А тогда наша плитка, она соседствует... Сейчас, нет, еще раз. Сейчас, сейчас, одну секунду. Я уже сам запутался. Сейчас я вообще посмотрю картинку. Я не могу ее показать. Я хоть у себя посмотрю картинку правильно, чтобы понять одну секунду. Извините, а в чем сейчас проблема? Сейчас мы не можем понять, что делать с вот этими оставшимися большими плитками. Но я стал доказывать, что оставшиеся большие плитки обязательно по вот выделенной стороне, где красные и зеленые окружности соединяются с этими парами обязательно. Я э так кажется, тут это вот рассуждение и будет работать. Ну, то, что... а, а, вот смотрите, где я запнулся. Вот я на левой картинке нарисовал вот это mm -hmm. вот а, то, с чем она соединяется, и то, с чем она соединяется. А, сейчас по А стране она соединяется сейчас. Она только с такой же может соединяться по А-стороне. Да, по маленькой. А по... Это Б-сторона, да? Ну, Зима, какая то. разница? Вот по красной стороне. Значит, вот я слева нарисовал одинокую плитку. То, что она одинокая, это означает, что по А-стороне она не соединилась э, с малой. Значит, она соединяется с большой. Теперь я нарисовал плитку, по которой она соединяется по B стороне. Вопрос, почему эта плитка по A стороне тоже соединяется симметричной, как я нарисовал? Вот я где запнулся. Почему она по A стороне не могла бы соединиться вот это вот? Так, а у вас на рисунке А и Б сторона... А это красная? Или а как? это красная, да. Почему она не могла соединиться по этой стороне с малой? Вот. Вот у меня в чем вопрос. По красной с малой она не могла... Если бы она соединилась с малой, то мы бы ее и объединили в новую малую тогда. Ну, объединили бы. Вот здесь была бы новая малая плитка. А, а в чем противоречие? Сейчас я пытаюсь ее нарисовать. Я Значит, не вижу. Ну, вот так что ли сейчас? Вот так, вот, вот так. Вот здесь новая малая плитка. А, так, ну, понял. Тогда надо было бы другую рассматривать. А, нет, смотрите, ну все правильно. Я просто, если здесь стоит. А, а, хорошо, да. Вот, конечно. Тогда это как раз тот случай хороший. Ну все правильно. Вот я бы где запутался. Если по эта плитка по стороне соединяется, вот как я нарисовал, ну по красной стороне соединяется с малой плиткой, тогда эта плитка как раз входит в состав, объединяется с большой. И это как раз то, что мы хотим доказать. Э -э Onion. Опять в трех соснах запутался. Значит, так. вот если эта плитка, э -э которую мы выделили, одинокая, соединяется по А-стороне с неодинокой плиткой, то она как раз входит в состав новой большой плитки. А если она по А стороне, по, по этой выделенной стороне, где красно-зеленая, соединяется тоже с одинокой плиткой, тогда у нас ситуация вот такая, как я нарисовал. У нас получается два таких ромбика, между ними пустое место, и в пустое место нужно вставить большую плитку двумя разными способами, что невозможно. Ну и так и так должно стать, они перекрываются. Вот, вот так. Сейчас, Рустам. Ну, по крайней мере, я сам понял. Рустам, а вы поняли? Ну, вроде лучше, да. Ну, хорошо, ладно. Давайте дальше двинемся, потому что я уже, наверное, лучше все не смогу объяснить. Это мы доказали пункт В. Осталось доказать пункт последний, что полученное замощение корректно. Это самое противное. Значит, почему оно корректно? По существу нам нужно доказать такое утверждение, что если, э, э, если измельчение э, э, какого-то замощения сигма Т, сигма означает измельчение корректно, то исходное замощение корректно. Мы доказывали это утверждение только в обратную сторону. А надо теперь вот в эту. Что если сигма т корректна, то и t корректна. А в эту сторону это, к сожалению, сложнее. Давайте, чтобы опять не рисовать рисунки, сделаем это чисто комбинаторно с помощью наших подстановок. Во-первых, давайте вот сюда выпишем наши подстановки, чтобы они были перед глазами. Значит, наша подстановка, она такая. Значит, у нас D заменяется на CF, а C заменяется на FC со сменой ориентации. Это две нетривиальных замены. Еще есть простые. E заменяется на D. Я сейчас просто переписываю то, что у нас было раньше f заменяется на b, a заменяется на c, и, наконец, b заменяется на a и d в другую сторону. Вот наши правила. Теперь, значит, это правило преобразования сторон, которое действует, когда мы измельчаем. Теперь вот давайте смотреть. Значит, нам известно, что у, у, у измельчения корректно. А надо доказать, что исходное замещение корректно. Сначала, то есть, что соединение все соответствует. Ну, у нас давайте вот здесь напишем, какие правильные соединения. Значит, нетривиальные соединения такие. А можно соединять с Е со сменной ориентации. И С можно соединять с Д со сменной тоже ориентации. А все остальные соединения такие тривиальные. А можно соединять с А. Ну и так далее. Без изменения ориентации. Теперь смотрите. Вот у нас в исходном замощении, давайте вот здесь Т, а здесь сигма Т рисовать. Допустим, мы хотим доказать, что сторона F соответствует стороне F. То есть напротив F обязательно... Ну, что, что значит соответствует? Вот у нас две плитки соседствуют по стороне в одно это f и второе это тогда должно быть тоже f с сохранением ориентации почему при э, измельчении это f у нас преобразовалось в b но сигма t b это сторона сигма t но Б по нашим правилам только с Б и может быть соединено. То есть у э, замощения сигма Т Б э, э, соседствует именно с Б с сохранением ориентации. Ну и давайте посмотрим на наши замены. В правой части Б может получиться только из F. Поэтому наше Б во второй плитке, которая соответствовала этому Б, могло получиться только из F с той же ориентацией. Поэтому и в Т F соответствует F. Это первый случай. И второй случай, простой тоже очень. То же самое происходит с B стороной. Вот пусть B у нас в какой-то плитке, сторона B. Надо доказать, что в соседней плитке по этой стороне тоже сторона B с той же ориентацией. Б при замене нашей переходит в АД. Вот нарисуем А и Д. Теперь обратим внимание на А. В правой части А входит только в это же правило и больше никуда. Значит, в сигма-тест сторона А Могла получиться только по этому же правилу. И это мы применим. Сейчас, одну секунду. Да, но это я немножко забежал вперед. Мы, значит, вот, вот в Сигма Т. Давайте посмотрим, что соответствовало А. Если э, там стоит А, то тогда, ну тут как бы два, две возможности есть. Вот первая возможность, возможность А, это вот это, э, что э, соседние плитки тоже А, с той же ориентацией. Тогда это могло получиться только из Б, потому что А единственным образом у нас получается. И тогда, значит, в исходном значении Б соответствовало Б с той же ориентацией. Это первый вариант. А второй вариант – это это А соответствовало Е. E, то есть здесь вот стоит AD, а в другой плитке Е, e, ну, причем в другую сторону. Надо объяснить, что такой вариант невозможен. А это очень просто объясняется. Дело в том, что Е в правых частях вообще не бывает. Посмотрите. Э, сторона Е появляется только на, на вновь появившейся стороне. А наша сторона не вновь появившаяся, потому что мы взяли исходную сторону Б и посмотрели, что с ней происходит при подстановке. Значит, наша страна не вновь появившаяся, поэтому «е» на ней вообще никак не могло быть. То есть наша страна, она не новая, ну, ну значит, она уже была раньше, а какая бы там соответствующая напротив, ну, соответствующая «б» страна не была, она аж старая. Она не появилась при развязании. И поэтому «е», в, соответствии, ну, в плитке, которая соседствует с нашей, никак появиться не могло. То есть этот случай просто невозможен. Вот. Это простые случаи мы исчерпали. Теперь чуть более сложное. Чуть более сложное это а, вот какой. Пусть третий случай. Пусть в Т была страна D. Значит, при подстановке она преобразовалась в F по нашим правилам и C со сменной ориентацией. Дальше посмотрим здесь на сторону F. Значит, вот эта сторона F, уже эта сторона F в корректном замощении Т. Напротив нее, ну, не напротив нее, а у соседней плитки может быть только сторона F, потому что F только с F может... Значит, здесь только F. Теперь давайте смотреть, как могла появиться сторона F в замощении. Она, могла бы, она входит дважды в правую часть правил. Первый раз это она получается из D. Но если она получилась здесь преобразованием стороны D, то тогда просто у нас было, применялось такое правило для соседних, с, с, соседней плитки. То есть D заменялось на FC, и значит D соответствовало D. Это первый вариант. А второй вариант – это когда это ФЦ было получено из С. То есть оно происходило таким образом. Ну, у нас тут вот Сейчас, я немножко перепутал, что ли, здесь. D дает не FC, а CF. А, хорошо, давайте считать, что это была C, чтобы поменьше переписывать. Значит, это C преобразуется как FC. А, вот. Вот. Значит, а второй вариант, что наше fc было получено из d. Но чтобы оно было получено из d, d нужно написать в другую сторону, с другой ориентацией. Но тогда, значит, у нашей плитки соседней, в Т на этой же стороне написано d с другой ориентацией. Это тоже законное соединение, потому что c может соответствовать Д. Вот. Четвертый случай. Но он аналогичен этому. Это когда наоборот, D заменяется. Ну, давайте. Тут совершенно логично будет рассуждение. Значит, D заменяется на у нас по нашему правилу на CF. Значит, напротив F может быть только F. А f может быть получено только вместе с c. Здесь обязательно c. И здесь опять же два варианта. Либо оно получено просто из c. Вот так. c у нас заменяется вообще-то на f c. Но если сменить ориентацию, то получится c с f. Либо d. Ну и в обоих случаях все в порядке. Теперь осталось два сложных случая, когда исходная сторона это была, скажем, Е-сторона или А-сторона. Давайте я это сотру. Значит, для сложного случая нужно просто немножко больше места. Там пятый случай наш. Значит, пусть была, скажем, Е страна. Так, Е у нас заменяется на Д. Теперь, что может быть напротив Д? в корректном замощении. Напротив D может быть просто само D. Это первый вариант. Но этот первый вариант распадается на самом деле на два, потому что D могло появиться двумя способами. D могло появиться просто из Е. E. Это как раз простой случай. То есть у нас эта сторона D, которая была здесь напротив, получилась из E. Это значит, что в нашем замощении в соседней плитке тоже была E сторона с той же ориентацией. Второй случай: это когда это D получилось как A, D из B. Этот случай невозможен. Значит, давайте объясним, почему. Значит, из B получается D, но нам нужно в другую сторону. Значит, нужно наоборот B в другую сторону нарисовать. Соответственно, будет здесь. Если B в другую сторону, то D будет в эту сторону и А вот сюда. Значит, почему этот случай невозможен? Потому что А у нас может появиться. Значит, ну, тогда в корректном значении сигма-Т с этим Д соседствует тоже А. Ну, либо Е. Значит, Е вообще не могло получиться, потому что мы уже знаем, что Е не, не бывает. Значит, этому А соответствует только А в корректном значении сигма Т. А появляется только единственным образом вместе с Т. Таким образом и исходная сторона могла быть только Б вот здесь. Но это противоречит тому, что она есть Е, поэтому условия это тоже невозможно дальше а теперь а еще два случая осталось вот этому D могло соответствовать еще ведь и C значит вот это вот в нашем замощении в измельчении D могло соответствовать C За смену ориентации. Такой случай тоже невозможен, потому что С появляется сейчас. С можно двумя способами получиться. Из А. Значит, С у нас появляется из А. И еще из FC. Но давайте этот случай рассмотрим. Когда C появилась из FC, значит здесь стоит F. Но F соответствовал только F. Ему в σt вот сверху тут только F может стоять. Таким образом у нас в исходном наша плитка E заменилась на D, перед которым стоит F. Но F могло появиться ведь только после C. Ну, посмотрите, оба правила, где появляется F, а это после C. Значит, такого не может быть. Теперь, значит, следующий вариант, когда вот этому D... Значит, это уж какой А, Б, В, Г. Этому Д соответствует С. вот так вот. Которая у нас появилась из А. Но это как раз хороший вариант потому что это «С» появилось из «А», а «А» вполне соответствует, может. Значит, «А» и «Е», они могут соединяться. То есть у нас два варианта невозможных, а два других возможных, и в них все хорошо. Вот. А, ну ладно, остался последний вариант. Это когда исходная сторона «А» Но поверьте мне, что здесь то же самое будет, что и в пятом варианте. Те же самые ровно рассуждения. Просто я уже вижу, что и так я на 10 минут дольше говорю, и что сейчас никто все равно ничего не поймет. В общем, это оставляется вам для самостоятельной работы. Здесь рассуждение точно такое же. Вот можете просто на этом примере проверить, понимаете ли вы вообще мои рассуждения. Тогда на сегодня все. Прошу прощения за задержку. До свидания. До свидания.